Сегодня приготовлю курочку под сметанным соусом. Бедрышко без косточки порежу кусочками и обжарю. Пока жарится курочка, порежу полукольцами лук. Приготовила чеснок, соль, приправки. Курочка жарится до полуготовности, а пока порежу лук. Лучок нарезала, приготовила сметану. Здесь где-то у меня ложки 3 сметаны. Курочка жарится. Курочка обжарилась немножко. Сейчас высыпем соль, приправки и лучок. Лучок обжарится до мягкости, и потом уже будем добавлять сметану. Добавила сметану, влила полстакана водички и накроем сейчас крышечкой. И будем тушить до готовности. Уменьшила огонь, накрыла крышкой. Курочка тушится до готовности. Курочка практически готова. Я добавила сюда чесночка, зелени. Сейчас протушится еще чуть-чуть. Ну, минутки 2. Лавровый лист добавила. Пахнет очень хорошо. Будет готово. Вот приготовилась наша курочка в сметанном соусе. На гарнир я приготовила рис. Рис готовила в мультиварке. Соус очень вкусный, ароматный, потому что туда я положила всякие разные приправки, хмели-сунели, итальянские травы. И получилось очень вкусно и ароматно. Приятного аппетита! Пока-пока!